Peut-être pas Mick qui quitte en ascenseur. Так. Ну чё, метку я поставил. Люди хотят жарки. Ну пусть прыгают жарки. Жарки тоже хорошо. Сколько не тянуться, тоже еще лучше. Еще даже будет лучше. Это оранжевый. Ну это ненормально на желтый. Ну, на желтый на самом деле тоже может быть неплохо, но. Что раз повторял уже, середина карты неплохая, тем не важно, хоть ты хоть в туалет в это прыгнешь, надо. Если ты там сидеть не будешь, а кто-то на тебе сойдется, то это все плохо. Надо в любом случае спрыгнуть хоть направо, вверх, вниз, влево, там, не знаю, куда угодно. Тебе придется выходить, ты просто не выживешь, вот и все. Блин, да. Просто не выйдешь, а просто середины карты. В любом случае. Так, а что зеленый не прыгает? Он же поставил метку на это починки. Блин, надеюсь, со мной не полетит, пусть уже жарки сидится. Пусть летят все уже. Так, замечательно, они все туда полетят. Вот пусть летят, лутаются, надеюсь, все будет замечательно. План такой же. Машина, в идеале, конечно, машину, блядь. Я вот не вижу. Какая. На северно никого, я так понимаю, да? Что это такое? Лодки тоже нет или... Окей. Вот кого он там предстоял у северного там. Я не понимаю, что за них? Где машины, где лодки? Просто бежать пешком, блин. О, у меня еще и круг. Сейчас ко мне приедут, короче, по-любому. Ой, у меня еще и круг, блин. Нет, это, конечно, хорошо все, но... Если машина была бы, было бы хорошо, так? Конечно, не очень. Ладно, сосновку вот эту метку поставить, что даже он вроде метка у него жаркая была вроде. Ну, в принципе, вчера была похожая игра. Когда сюда прыгнул, тоже не лодка там все у нас стояла, естественно, бред ее брать полный. Вот. А... Машин не было, я бежал вот так вот все. Всю дорогу. Ну что, в принципе, будем лутать, тогда вот эти в ту сторону лутаться будем здесь. Вот так, в принципе, убьют, так убьют, как говорится, да? Полков там где убивают. Так, ну у них, в принципе, тоже неплохо, на лодке могут доплыть, либо просто поверху проехать, вот и все. Просто поверху потом проедут. Все будет много. То, что машины не было, это, конечно, фигово. То сейчас могут люди проехать вперед, я бы не знаю, не буду знать, где они находятся. То сейчас, скорее всего, напоминаю это берегу, никого нигде нету. Но если проедет машина, я просто не буду знать, где. Если только увижу. Надо бы пистолет на самом деле взять и палево, то, что я ставил. Можно машину какую-нибудь? Ладно, летаемся тут, короче. Без машины, без нифига. Здесь аэродроп где-нибудь кинулся, где-нибудь вот здесь, это где за отвлечет, как говорится. Правда, с этой стороны никогда не лутался, так туда лутаться, с этой стороны выйти надо туда потом. В любом случае, вот этот дом сначала надо лутать. Не по-дурацки, с этой стороны лутать не нравится мне. Тут как по-дурацки.
Помню, забыл. Это второй жилет еще один. А, жилет. Рюкзак тоже был, только... На можно какой-нибудь? Ну так, опять же, третье лицо, ну по шаге соль, да? Третье лицо просто поэтому мне человеку видео. Не было бы третьего лица, конечно, не заметил немножко. Так, тебе дома сначала. Ну, сюда. Так, куз, да, опять мне второй иду, кажется, что человек там. Так, это не надо. Показать кушитель на этот, на ППшку. В принципе, канистра не надо, ничего не надо, лодка съесть уже хорошо. Здесь лодка уже хорошо. Так, СКС. Ой, погоди, нафига мне это не надо. Я ничего не хочу. Хотя... Блин, нет, не хочу искать. Думаю, мне кажется, если ты на пятерке, что-нибудь оружие какое-нибудь с пятерками. Нормально, кроме этой. На то, что которое зажмешь и все. Так, наши все живы, никого у них нет, я так понимаю. Это хорошо. На машины вот нет, вот это плохо, конечно. Ну, в принципе, вот кто возьму, но он быстрее лутаться, на самом деле. У нас только 10 бинтов его. Наверняка вот в том месте, где пробегал, да, пело само. Вот здесь наверняка куча хилок было, вот 100%. Если я сдохну из-за того, что мне... я пойду куда-то лутаться, чтобы хилки залутать, либо ну, типа от недосдачи хилок, так сказать, сдохнуть, надо потом посмотреть обязательно. По-любому там будет. По-любому там будут хилки, как бы. Тысяча жилет, это хорошо. Машина стоит, так, тоже замечательно. И аптека еще есть. Вот потом наверх-то хватит, наверное, думаю. Блин, СЛР, ну ё-моё. Не, ну блин, как бы нет. Каяк взял бы. Каяк и типа такой очень взял. МВ4. А вот эту фигню все не хочу бы. Просто не хочу. Так, ну они там в тренде должны были залутать все там. Здесь такой вот есть. Реально лодок нету, мне кажется. Интересно. Целых нет, да, еще точно. Целых нет. Так ты нафиг никому не нужны такие целые. Просто. Лучше бы. Так, они поехали.
Они пришли ехать далеко. Блин, это ошибка. Они нет просто посредней карты. Надеюсь, они доедут, так скажем. Потому что это станет. Зачем? Пытаясь так далеко, вот они ехали посредней карты. Вообще, поверху-то проехали. Здесь северный, вот и все. И были бы живы, здоровы, точно. Северный, скорее всего, вообще никто не прыгнул, не полетел. Максимум какой-то один склад, который увидел, что там... Ладно, не надо этот прицел. Не так постреляемся, что ли. Так, ну они как бы дамаг-то получили, но... они, может быть, от круга еще дамаг получили? Что случилось? Блин, нахилок много как бы. Ко мне с северного могут приехать. Мало ли, тут люди запросто с северного могут ко мне приехать. А так, в принципе, я никого не жду. Еще не хватает палки, да, и тут свои компенсатор, либо глушит, или что-нибудь такое. О, это сюда не ставится. Вообще патроны без пушки. Хотя нет, патроны с пушки могут быть. Пушка без патронов не может. Да. Ну, так себе хило, конечно, но тут еще утать и утать, на самом деле, поэтому... Так, они вот едут. Нифига, мне тут канистр. Ну, одну возьму, наверное. Блин, ну водок нету реально, кстати. Так. Ну, поедем прям камешек туда, наверное. Так, блин, что делать, что делать? Не хватает. Ну, 38 бинтов, это, мне кажется, много, наверное, да? Наверное. Я жадный. Листал их тут. Ой, опять они там еле живые все. Все, ног надо приехать. Зачем вот ясную поляну не ехали? Вопрос. Вопрос, зачем я ехал в ясную поляну? Зачем? Зачем? Жадность, жадность. Да, бустов мало, конечно, это факт. Бустов мало, это факт.
Ой, что-то, по-моему, все уже отъехали. Блин, идем, и я опять один. Опять один. Да, и все ливнули. Нет, этот смотрит, смотри, кто один еще, ладно. Чему-то научится. Чему-то научится хоть. Не ливнул, ну ё-моё, ну как так? Че я, почему тебе делать стимуляция? О, сковородка. Ну, в камешке опасно еще ехать. Там надо лутаться. Ты можешь лодку взять? Ничего нет. К сожалению. Так. Блин, ну как такое, что надо. Реально в камешке эти лутации. После закрыл, потому что следующий будет 1,5 км, а потом 750. То есть как 700, да? То есть как бы 2 круга еще можно сидеть. А у меня как бы не особо. У меня тут бинтов, конечно, лично, но мне на 1 круг только хватит этих бинтов. Может, реально в камешке их пытаться. Сейчас смотрим, где зона будет. Бустов побольше, было бы, конечно, получше, да. Давай уже. Да ё-моё, ну серьезно? О, господи. Блин. Но они просто могут быть здесь сидеть, все люди. Потом мне дать не зайти, если услышать, что я на машине приеду. А если без машины, потом я никуда не уйду. Блин, почему не в липовку кинулся вниз куда-то? Меня 100% за 200 метров услышал. 100% люди наверняка вряд ли где-то здесь сидят. Ну, в смысле, понятно, не там сидят. Мне кажется, не кто-то вот так может двигаться. Кто-то здесь лутается, не знаю. Ладно, поехали, пофиг, а вдруг никого нет. Поехали, блядь. Потому что мне хилки-то нужны еще будут. Ну, тут я привезу, вызываем вряд ли. Это трансмен найти тогда. С другой стороны, лучше топ. Есть тогда, то нет. Ладно, да, чем. Так хотя бы есть шанс мне дальше там. Шанс дальше. Посмотрю еще дверь открыты тут или закрыты. Ну ладно, как обычно говорил, себя вот такой, себя эти утешал тем, что вот хорошо, что здесь сдохну, если что. То есть есть такие люди, как я играю, где-то за кругом еще. Я еще не встречал таких людей, что вот этот раз я
прихожу, и кто-то меня там, вот не то чтобы убивал, просто хотя бы кто-то был. Не было таких ситуаций вообще ни разу. Это печально, конечно. Хочется, чтобы были такие ситуации, хочется, чтобы были. Блин, хилок нету, смотри-ка, мы здесь летали, реально. А, нет, есть буст. Ой, аптека. Где мы? Так, где два бустика тогда? Хотя вам 2-1 пока. Какие? Шумно, конечно, пофиг. Блин, ну серьезно, такой кол, да? Офигеть. Ну чем подальше был, а? Чтобы не подальше. Блин, да что такое? Еще два аирдропа. Я думаю, где тут можно лечь или что? Ты на блин есть, да? Проеду я через напад, под этот ехать. Или дальше проехать. Что могу сказать сейчас? Энергетик, аптеку и погнали, чё? Аптеку и погнали. Топ 10 как бы. Где человек был? Такое чувство, как будто отсюда откуда-то стрелял.
Сам, кстати, этот, блин, мне кажется, как будто бы не из окна стреляли. Сегодня как из окна должны были стрелять и топали в окне, да? У меня такое чувство, как будто стреляли не из окна. А вот откуда отсюда, как будто. Потому что пульки были вот в окно прямо шли. Куда-то вверх, по-моему. Или может он просто в окно попадал. Не понимаю. Вот сюда надо подойти. Палку жалко, нельзя поставить, да? X3 поставим, если не слышу. А, вот, подожди, а мне казалось, в этом доме. Он смотрит на меня, вот. Зоны, скорее всего. Я еще успею похилиться. Вот я не вижу же его. Не пересилю. Да, ну тут я. Надо было М-ку в смысле СКА оставлять. Ну тут 5, конечно, да понятно, но. Ну, кстати, попал. А, ну возможно гранаты я попал, это возможно.